Чуваки, как ты оцениваешь шансы у каждого из участников в битве за респект? Начни сегодня. Все очень талантливые участники. Все прям срослись на этой битве. Все самые лучшие. Вот. И каждый достоин выигрыша. Я думаю, лучший будет определен нами в конце программы. У всех одинаковые шансы. Как я думаю, смотрит для каждого из участников сегодняшней битвы за респект, твое какое-то напутствие уже есть очень большой респект и уже очень большое уважение. Что можешь как-то вот посоветовать, может, порекомендовать? Не знаю, не воспринимать все так серьезно, это всего лишь игра, и относиться к этому как к игре, без злости, без какого-то негатива, все с улыбкой воспринимать, и без обид, и без всякого, потому что, как показывает практика, иногда те, кто выигрывают, не добиваются того успеха, как те, кто там остаются позади. Скажи вот нам по секрету, есть вот какие-то любимчики на третьей битве? Любимчики? Да все любимчики уже. Все, на самом деле, очень хороший состав подобрался. Могу выделить, конечно же, Эдди. Файк очень круто стелит. Дуня очень артистичный, Жиган очень искренний. Каждый участник этой битвы — это персонаж со своим мировоззрением, со своей подачей, со своим флоу, со своим потоком этого рэпа всего. И интересно мне эта битва почему? Потому что все разные, все несут что-то свое. Так или иначе, в адрес Соли всегда сыпется критика, мол, нечестно, или там, например, этот друг этого, и поэтому так все происходит. У тебя достаточно много, как мне кажется, ребят, которым ты лично респектуешь, и которые симпатичны тебе. Как тут быть честным и объективным по отношению к компании? На всем не угодишь, мы просто делаем свое дело. Все, нас по-любому кто-то будет поддерживать, кто-то будет нас упрекать в необъективности. Мы просто делаем свое дело. Я лично, мой критерий – это выступление. Не личное знакомство, не там техника, ничего, а именно выступление. Смоки, а мы можем назвать вот трех потенциальных, допустим, победителей? Да. Битвы за респект? Жиган, Дуня. Локдок и Файк, 4. Это серьезно. В принципе, можно уже делать ставки. Если есть какие-нибудь хип-хоп-букмекерские конторы, люди, есть шансы победить. Вот какой у меня тебе вопрос еще. Вот одно дело быть на сцене, другое дело все-таки быть вот в этом кресле, где судят, где выставляют какие-то оценки. Вот нам очень интересно, что же это такое? Это сидение и как ощущение? Как чувствует судья? Когда сидишь в суде, все очень легко и просто, на самом деле. Если бы когда я выхожу в передаче на сцену и сам исполняю, но сам начинаю нервничать. Поэтому могу сказать всем, кому интересно, как себя чувствует судья, очень спокойно и очень уверенно себя судьи чувствуют в кресло. Это намного легче, я могу сказать, оценивать кого-то, чем выступать самому. С нами был Смоки, и еще увидимся. Всем салют, я с вами.